Возможно, что создатели будущих шедевров прямо сейчас выясняют, кто станет лучшим в выбранной профессии. Всероссийская студенческая олимпиада «Я профессионал», которая проходит в эти дни, открывает новые горизонты не только перед участниками, но и вузами, и даже работодателями. Об этом сегодня заявил первый замглавы администрации президента. По мнению Сергея Кириенко, вынужденный онлайн-формат – это не столько препятствие, сколько вызов и интересная возможность. А когда учиться, когда пробовать себя, когда находить время для участия в таких олимпиадах, если не в период, когда возникли внешние ограничения. То есть с точки зрения участия в олимпиадах, наверное, самое лучшее время. Самое лучшее время, поскольку много от чего приходится отказываться. Вопрос, на что ты потратишь это время, которое у тебя образовалось. На диване полежать, в социальной сети посидеть или попробовать себя в таком соревновании. Студенческая олимпиада «Я профессионал» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – сократить разрыв между университетским образованием и ожиданием работодателей и дать возможность компаниям выбирать себе высококлассных специалистов из числа студентов.